Эй, всем привет, мы только проснулись, хотели проснуться в квартире, но проснулись в гостинице, потому что реально, вот мы вчера прилетели, и мы весь день не могли найти себе квартиру. То есть Алма-Ата, которая можно считать королевством посуточных квартир, а тут-то в пятницу реально нереально найти просто квартиры, они все заняты. Вот я все обзвонил, ну... Более-менее хорошие квартиры все обзвонил, они были все заняты. А, конечно же, всякие клоповники брать я не стал. Также у нас здесь есть, ребят, такая улица, она называется Аблайхана. То есть, другими словами, это ключный путь. Там где-то на протяженностью, наверное, 1,5 километра стоят люди с ключами и круглые сутки могут сдать вам квартиру просто вообще какую ты хочешь. Но мы туда не поехали, потому что там вечером начинается зомби-апокалипсис, а ты только на машине подъезжаешь туда, тебе сразу через окна, через люк начинают залазить в эту машину и говорят: «Все, поехали, блядь, поехали, все, вам нужна именно моя квартира». Вот так вот проснулись, сейчас собираемся и поедем по своим делам. Да, Кисоня? Да, Кисоня тоже у нас путешествует. Как дела, Даш? Проснулась? Вот так вот на чемоданах нужно искать квартиру. Сегодня у меня будет мастер-класс в Алма-Ате, в кальянной, все свои, да. Давно местным своим ребятам алматинским не давал мастер-класс. Посмотрим, как воспримет публика. Еще, ну, хуй его знает, как что будет. Так что просто забей себе охуенный кальян. И начинаю смотреть этот влог. Один день номер 6. Вообще, вот, мы сколько в России уже? Почти, грубо говоря, да, 2 года, можно сказать. Или чуть меньше живем. И настолько привыкли к их правилам, законам, ну, собственно, и характеру, особенно города Москвы, что по возвращению в Алма-Ату на вот этот маленький короткий срок, и меня прям это сильно расстраивает, в том, что здесь народ до сих пор еще до какой-то степени не окультурился. Не окультурился он чем? Здесь в городе есть Яндекс, Убер и другие службы такси, но почему-то... Бля, успею. Сейчас. Почему-то все равно народ, так сказать, диковат к этому относится, им проще выйти на улицу и вот так останавливать бомбил. А бомбил здесь по городу из всего потока большого ровно 50%, которые выезжают, так сказать, которые выезжают сюда колымить, то есть, ну, таксовать, да? Здесь это называется колымить. За счет этого в городе дикие пробки, и ты пытаешься вообще в правый ряд не суваться, потому что правый ряд — это прямой успех к аварии. То есть либо в тебя въебутся, либо ты въебешься в кого-то. Потому что вот мы сейчас едем по среднему ряду, и я же спокойно уверен, если там будет стоять человек на стороне дороги и голосовать вот так вот, вылавливать такси, то таксист, несмотря на все препятствия, он просто из самого левого ряда начинает всех подрезать и подъезжать к этому человеку. Соответственно, он подрезает меня, я даю по тормозам. И, соответственно, водителя, который едет в крайнем правом ряду, его тоже просто подрезает, а перед ним просто бам, мертвым грузом становится. Соответственно, это очень опасно, и меня это дико расстраивает. Uber и Яндекс здесь говно. Но говно не потому, что люди не пользуются им, хотя это гораздо выгоднее и дешевле, потому что мы вот пользовались Яндексом и выходили на улицы, и люди просто, ну, за эту сумму не берут, за которую приезжает тебе Яндекс. Да, вот про что я, собственно, и говорил, как в нас в Алма-Ате ловят такси. Они выходят на полосу и просто в наглую ловят такси. То есть вот это вот так выглядит. Можете полюбоваться. То есть на полосе им поебать, что все происходит. Они вот так стоят, вытянув руку. И, сука, ловят такси, бля. Остальные все нахуй страдают. Вот такой вот здесь Яндекс такси, бля. Да, это, собственно, мы сейчас едем по улице Сейфуллина.
Это самая, наверное, известная улица в стране. Как говорится, у нас гости, а клиенты на Сейфуллина стоят. То есть это самая улица, на которой очень много стоит проституток и всяких там девиц, которые отдаются таксистам там за самые дешевые цены. А, то есть даже здесь страна, то есть Алма-Ата еще не привыкла, я не знаю, к вызову проституток. Им проще поехать сюда и снять себе деваху, которая уже, по которой уже откатала 30 таксистов, и она еще ни разу не ходила в душ, им проще приехать сюда. Поэтому это вот такая вот известная улица, и вечером, если здесь ехать, здесь прям все улицы забиты этими девахами. Зимой они тырятся в разных кафешках, гостиницах, которые на этой улице тоже очень много. Поэтому вот так вот, это Алма-Ата, и попробую рассказать про нее и вам побольше интересного, и покажу побольше интересных мест, но все равно больше мы нацелены именно на кальяны в городе Алма-Ата. Мы начинаем колесить по кальянам, это наша очередная вторая кальянная, это все свои. А, собственно, вот она, ориентир, это Арбат и модный колледж Сымбат, то есть, ну, колледж моды и стиля, хуй его знает, как правильно. И вот здесь располагается кальянная «Все свои». На данный момент, я думаю, это одна из самых трушных кальянных, которая осталась в Алма-Ате. Я еще не знаю, здесь рядом еще есть одна кальянная. Если она существует, значит, она будет самая трушная, и мы туда обязательно зайдем. Но на данный момент, поскольку я знаю, «Все свои» являются самой трушной, наверное, где фольга, и все как положено по стариночке, и сейчас мы туда, собственно, зайдем. Собственно, мы уже зашли, это вот такая вот кальянная. Собственно, раньше она выглядела куда уебищнее, сейчас более-менее мебель хорошую поставили, поудобнее. Раньше здесь было все на поддонах, чисто голой жопой на поддонах сидишь и цепляешь жопой за нозы. Это один из владельцев, Владимир Борисов. Расскажи, как дела у вас? Один из больших владельцев. Как понять? Продал? Окей, а кто сейчас здесь? Один Лёш? И все, ну ладно, как здесь? Дела? Дарксайд, Танжик и Ручник. Вейдж, Ручка, Далия, Нахла. Все, что нужно для счастья, все есть. По парку здесь Каи, Старбазы, Хубик, ВЗшка, Хуева Туча Иванов. И один Халил Мамун, там тоже самое. Вот так, собственно, такая вот кальяна. Здесь есть PlayStation. Есть випка, но там она чисто для сна, как бы. Там есть единственное, в чем есть шторы, это випки, чтобы солнце не светило. Собственно, вот так, давайте мы у Лёши интервью возьмем. Это остался единственный, да, владелец. Сколько здесь вас было, я помню. Было много. Было много. Да. Че, как дела? Да дела нормально. Прогресс. Работаем. Прогресс какие? Прогресс есть. Прогресс есть, да. Народов как? Народ есть. Народ есть, да. Ну, оно и отлично. Главное, что народ есть. Собственно, это все кальянные, все свои. Если вы будете в Алма-Ате, сюда стоит зайти. Ориентир Сымбат, Арбат. Собственно, и ебанутая улица, где прочертили велодорожку, где там нельзя парковаться. Собственно, вот так, ладно, погнали дальше. Посмотрим, что где и куда еще можно сходить. Сегодня я весь ваш. А также напротив кальянной «Все свои» есть кальянная «Шишка Лаунж». То есть, ну как бы неофициальная «Шишка Лаунж», кардинально полностью спизженная, вплоть до логотипа интерьера. И, собственно, всей тематики. Если вон посмотреть Мококо, и вон там желтая «Шишка Лаунж», она полностью сворованная. Также эти ребята полностью своровали «Мята Лаунж» и полностью вроде своровали «Нарджилию». Да, ребятам абсолютно похуй. Это Арбат, вы уже его видели, как бы. Ребятам абсолютно похуй, воровать, не воровать, им как бы не принципиально, но как бы и некрасиво. Поэтому вот так, туда я заходить не буду, там не очень. Как бы идею своровали, а вот качество кальянов, увы, неворуемая вещь, и своровать ее не смогли. Сейчас пойдем посмотрим, работает ли Атлантида. Здесь, короче, темно, но вот тут
Раньше стояла телефонная красная будка, то есть такая британская типичная будка. И это была, наверное, первая спикизи кальянная в Алмате, то есть именно закрытого типа, которую, в принципе, невозможно было найти. Единственный ориентир был — это красная будка. То есть ты открываешь будку, и там, собственно, вот эта дырка, само заведение. Так как здесь Арбат сейчас сделают, укладывают полностью плиткой. Меня, наверное, не видно, но слышно. Будку пришлось снести. А мотоцикл здесь стоит, значит, она работает. Мы сейчас сюда, собственно, зайдем. Собственно, кальянная это работает. Это очень старая кальянная Атлантида. Я уже про вход говорил, что здесь было. И, собственно, как ни странно, она функционирует. И, собственно, здесь пришел один из владельцев, который, думаю, будет рад меня видеть. Как дела? Че вам будочку снесли? Ну, скоро. Работаете? Че нового за это время? Ладно, пойдемте, он пока отвлечен. Мы попробуем все это снять. Собственно, вот такого она типа. Собственно, вот такая кальянная. И народ здесь есть, как ни странно. И народ сидит. Самое интересное, что было в этой кальянной, то, что здесь можно было за 5000 тенге курить просто бесконечно кальян. Здесь были шейпсы, они до сих пор здесь стоят. То есть ты приходишь, заказываешь один кальян за 5000 тенге утром, да, то есть открытие, и можешь сидеть до закрытия, и тебе будут постоянно менять чашку, там, на какой вкус ты захочешь. Это и было главной фишкой Атлантиды, за что она получила такую высокую репутацию и рейтинг. И то, что здесь была телефонная будка и самый необычный вход, поэтому это очень сильно зацепило людей. Помню, мы сюда пришли вдвоем, заказали два кальяна за 10 тысяч тенге и просто разорили эту кальянную на весь табак, который здесь был. Сейчас мы подождем Данила, и он нам, собственно, все расскажет, что у них есть, что у них нету, что у них изменилось и все остальное. Если вы видите, то вон там стоит Shapes ведро. И когда он только появился здесь, он просто дико взрывал. Это первая кальянная, которая купила ведро в Казахстане, да. И все просто приходили на это и курили. Также они первые, кто, наверное, в Алмате банчил Light Pro Temple 45, да, кто помнит, если ты помнишь компанию Light Pro, то ставь лайки. И они первые, кто банчили, и я очень дико хотел ее купить, но на тот момент она стоила дико дорогих денег, а этих денег у меня не было. Я сюда приходил и ее курил, и я от этого кайфовал. Также здесь первое, у первых появились чашки Upgrade. Это большой фаннел, маленький фаннел и маленькая, то есть классический Upgrade появились здесь первыми. Примерно этой кальяной уже года 4, а возможно даже лет 5. И как мы видим, народ здесь есть, и значит, у ребят все реально хорошо, несмотря на то, что у них Арбат весь перевернут. Вот так вот маленькая информация про эту кальянную. Ну, собственно, рассказывай, сколько вы уже лет работаете? Ну, вот в сентябре-то нам уже... 5? 5 лет, да. 5 лет, офигеть. Да, 5 лет. Я уже про вас маленькую историю рассказал. Что у вас в первых был Shapes ведро, вы завезли первые апгрейды. Апгрейды завезли, да. Первые Shapes мы завезли, да. Потом, по-моему, у нас еще были первые темплы. Да. Самые первые темплы. Light Pro. Которые, Light Pro, 45-е. Да. Которая первая версия была, которые, да, были совсем ужасные. Вторую, но все равно версию... они все шли и нажимали этот пультик, чтобы на моргалось. Вторую, это уже вторая версия вторая? Была, да. Первая-то она была совсем на резинках она была. Да, на вторая, резинках. А вторая уже на притирках. Да, потом уже появилась артхука. Да. Ну что вам еще рассказать-то интересного? Ну заяви о себе, не знаю, что у вас поменялось? Поменялось, ну пришлось поменять систему. Ты рассказывал, да, систему оплаты? Да, систему рассказывал, она взорвала просто всех. За 5000, да. Пришлось ее поменять, мы отменили такую систему, привели обычную, стандартную, но тем не менее, цена в 3000, у нас никто практически в Алмате таких цен не дает, ну, да, за качественный кальян. А так в остальном была кофейня, кофейня Baker Street, была, да, очень Сатурн. Такое культовое, интересное место, антуражное, я бы сказал, да, бы. Ее мы закрыли. Да. Ее закрыли, пришлось закрыть, но тем не менее, Атлантида живет, я думаю, еще проживет.
Сейчас некоторая реконструкция у нас на Арбате происходит, в связи с чем временно убрали будку телефонную. Я уже рассказывал. Да. Мы ее вернем, восстановим. Что еще-то изменилось? Да все. Что по табаку вот сейчас есть? По табаку в основном ручной щербет. Доху добавляем. Дарксайд очень мало, дорого, очень мало кто готов за него платить и курить. Но тем не менее, иногда завозим, народ кто ходит, кто свой, тот курит Дарксайд. Ну знаешь, очень любят дохи, посыпать. Ну дохи. Да. Тот, кто любит покрепче, но ребята приходят. Доха завоевала Казахстан, да? Да, ребята приходят, курят 100% холодок чистый. Да, да, и с дохой, да. Я не смог курить. Ну да. Ну все, вот, собственно, это Атлантида. Атлантида живет. Еще помню хэштег «Что-то дымно тут». Так что мы продолжаем. И будет время, залетайте. Арбат по левой стороне, где планета, просто магазин электроники «Планета». Там будет черная либо красная будка. И смело в нее заныривайте. Это будет Атлантида. И она самая трушная кальянная, как я и говорил. Самая старая, возможно, именно профильная кальянная такого типажа. Ну все, продолжаем дальше. Поход по кальянам. Я знаю, тебе нравится, так что ставь лайки. Честно, я очень рад, что Атлантида еще работает. И там было потрачено очень много денег. Но, вот как я и говорил, вон там стоит шишка. А над шишкой, возможно, до сих пор еще существует лаунж-бар. Лаут называется. Это тоже довольно-таки старая кальянная, которая ставила рекорды просто по продажам кальянов. Они отдавали просто хуевую тонну кальянов. И я там работал, я там заболел фолликулярной ангиной, потому что помимо Лауда она еще обслуживала ресторан Шивонха, который находился в следующем дворе. И зимой ты с углями выбегаешь или с кальяном и бежишь в ту кальянную, то есть в тот бар, в тот ресторан. И, соответственно, из жара в холод, я охуйнулся фолликулярную ангину, я просто оттуда без слов ушел с температурой 41,1, как бы, ну вот так вот. Лау там была, и, поскольку я знаю, ей уже больше 7 лет, и как они только начали работать, у них были первые кальяны и первые шланги. И по сей день у них также те же самые кальяны, те же самые шланги и, собственно, все остальное. Как бы вот так. Ладно, едем дальше. Смотреть, что у нас еще есть в Алмате. Вот так. Следующим местом, где можно хорошо покурить в Алмате, это, конечно же, сеть Хука Тайм и, конечно же, мастер всей Алматы, после меня, конечно, наш Гриша. Здорово. Собственно, это Хука Тайм, это официальная сеть Айка, она открыта в Алмате. У них есть такой летник, довольно-таки маленький, прикольный. И, собственно, давайте зайдем внутрь и посмотрим, что там есть. Также здесь работает мой ученик Даник. И, собственно, начнем с дизайна. Очень печально, что это подвал, но подвал довольно-таки интересный. Давайте посмотрим, собственно, это все вот так. Здравствуйте. Привет. Выглядит... Привет, как дела? Выглядит это все длинным коридором с множеством комнат, с телевизорами, с PlayStation'ами, не с PlayStation'ами, не знаю. Также есть випки. И, собственно, вон он, Данияр Смагулов, тот самый Донни Даб, который здесь трудится в поте лица. Чистит коллауды сеткой. Учили пацана забивать на фольге, а он коллауды здесь чистит. Собственно, это хукаплей. Ой, хукаплейс, это хукатайм, Майк, сорян. Собственно, вот такое вот помещение. И сейчас спросим Даник. Даник, сколько здесь кальянов? Аппаратом где-то около 20. Я вижу Mad Pira, Soft Smoke, CVP Razor. Миги, которые, наверное, просто стоят, особенно вон тот комфорт, да? Нет. Это же миг комфорт стоит? Да. То есть мы именно большой миг редко используем.
Ну и пошел он нахуй тогда. Потом стоят Шериф Энди, Дабл Команджи и обычный Мумунга. Латиции. По табаку что у тебя, Даник? По табакам. Предпочтения тут разные есть. Нахла, Сошел, Альфакир, Ручка, Щербет, Леодалия, Данш, ВТО. Как дела? Как народ? Что курят в основном? В основном где-то примерно процентов 70 походов гостей курят в основном такие легкие табаки в плане Ручки, Щербет, Леодалии, Альфача. Определенный процент курят уже Данш и уже нахуй. ВТО это такое. Еще мало кто знаком. Я вчера сюда заезжал, пил лимонад, курил кальян. Довольно-таки неплохо, все нормально, как бы, ну. Собственно, это еще одно место, куда можно будет заехать. А Фурманова. 124. Фурманова 124, чуть ниже Толиби. Караса и Батыра. Тут рядом. А, да, чуть выше. А там чуть ниже есть охуенная донерка на Толиби Фурманова. Если ты ее знаешь, также ставь лайк. Собственно, вот так вот мы заехали, посмотрели Хукатайм. Ну, здесь очень интересно, жалко, что подвал. Есть VIP-комнаты, и, собственно, вот так вот все это выглядит. Ну, вот так, короче, выглядит, я не знаю, что сказать про это. Поэтому, собственно, мы двигаемся дальше. Это очередное место, где можно покурить в Алмате. Собственно, это паровоз-бар. Это, наверное, мое первое профессиональное именно заведение, где я начал работать и получил, собственно, много очень опыта. Как в сфере кальянов, так, возможно, и в сфере торговли всем этими вещами. Что я могу про паровоз рассказать? Это первая кальянная, где я самый первый человек в Казахстане попробовал кальян Бали. Здесь я первый засрал Дубака Гастр, когда она еще не относилась к Дарксайду. Здесь я первый раз начал конкретно разбираться во всех стеклянных кальянах, которые только существовали. Это заведение начинало работать на другом адресе, соответственно, они уже переехали в более крупное помещение, и со старого они съехали. Так, что еще про него такого рассказать? Не знаю, как сейчас у них там внутри. Вот такой вот у них вход, магазин Паравейп, то есть у них паровоз стор, паровоз Паравейп, то есть вейпы, все для кальянов и тому остальному, ну и, конечно же, сама кальянная. Эта кальянная задает тренды благодаря Виталику, соответственно, человеку, который с диким энтузиазмом занимается всем этим. И сейчас мы зайдем, собственно, посмотрим. Если не будет Виталика, то пообщаемся, собственно, с одним здесь кальянщиком, очень хорошим в городе, который здесь работает. И я надеюсь, что он сегодня здесь на смене. Собственно, вот такая кальянная, соответственно, в тренде. Вон там паровейп, паровоз стор, все остальное. Здесь все сделано в таких стилях и всему подобное. Здесь у ребят есть табачок, мундштуки, смоки ту. Если ты хочешь себе крутые мундштуки с логотипом, то заказывай на их сайте с промокодом «До воды», и получишь пиздатую скидку. Я вижу, у вас много щербетли, много отдали, как обычно, арджелини, танжик. Что еще есть? Собственно, вот этот кальянчик, про которого я говорил. Давай, рассказывай. Есть ручной, танжир, сардали, аргелини, щербетли, альфакир. По кальянам вуки. По кальяну есть вука, эволюшн и кай. А лаву? Уже нет. Лаву одна осталась. Одна? Лаву разбивали? Да, разбивали. Одна лаву и два куба. Понятно. Дарксайд? Почему? Дорого? Нет, просто как-то еще не дошли руки заказать. Понятно. Как продажи? На Дарксайд официально нету у нас лицензии в Казахстане. Как? По крайней мере, у нас такая информация. Но есть официальный дистрибьютор. Которые, да, я понял. Ну да, паровоз же более на акцизе. Хотя щербет ли акцизный, я не знаю. Ладно, пойдем мы сейчас посмотрим другой зал. Я вам все поснимаю. И если будет свободное время у Виталика, соответственно, директора этого заведения, мы с ним попробуем пообщаться и взять у него маленькое интервью. Сколько в смену кальянов делаешь? Ты, как я понял, по старой системе. Один на забивке, да, остальные по залам. Все именно так. Сколько кальянов делаешь? Вот сегодня будний день, правильно или нет? Сегодня выходной. Сегодня суббота.
Сегодня суббота, выходной. Сколько кальянов уже отдал? Примерно на скидку. Кальянов 25-28. Че, это маловат? Ну, праздники. А, ну да, все не курят, все уехали, да. Жарко, все отдыхают. Мясо кушают. А? Мясо кушают. Мясо кушают, да. Стейк. Понятно. Я вижу у вас там ручник. Он у вас специально, да, в таком шкафчике, потому что без акциз? Потому что, чтобы не видно. Да. Что самое топовое есть сейчас из ручника? Из ручного? Мороженое. Девочки любят мороженое. Ну да. Клубничное, малиновое. Танш курит? Танш много. А какие цены? На танжирс? Вообще, вот на. Я знаю, что здесь есть система. Подразделяется у нас табак на три ценовые категории. То есть стандарт табак 6 тысяч за 3 чаши, премиум табак 7 тысяч и стронг табак, то есть танжирс. Десятка. Да, танжирс, нет, 8. 8. За 2 чаши. За 2 чаши. Да. А почему не 3? Раньше было 3. Ну, все вопросы к руководству. Ну что, Виталик освободится, мы у него спросим. Мы подневольные, мы работаем. Понятно. Собственно, это второй зал. Также у них, как я понял, есть летник. Мы можем пройти туда и просто посмотреть, что здесь происходит. Реально, паровоз разросся до нереальных размеров и стал... очень огромный, вы просто как бы, ну, посмотрите на все эти размеры, и вы, собственно, поймете, что к чему в этой кальянной. И эту кальянную тоже стоит посетить, потому что она очень интересная и очень крутая. И, соответственно, здесь можно покурить очень интересные кальяны, я бы так сказал бы. И по сей день паровоз-бар не перестает использовать пищевые красители, чтобы колбочки были очень красивые. Знаете, почему у меня такое хорошее настроение сейчас? Потому что мы едем, уже приехали кушать лагман. Это лагманная номер один в Алмате. 21-й дом нету? Я, честно говоря, не знаю. 31-й? Сейчас, подожди, 31-й здесь? Сейчас я посмотрю. 33-й. 21-й туда, на той стороне. На этой или на той? На той. Нет, я уже 3 раза. Помог бабушке найти дом. Это, короче, лагманная. Здесь делают около 30 видов лагмана. Находится она, едете по Гоголя в сторону Горького парка. И не доезжая кольца на Горьком, на парке Горького, сворачиваете направо. И, собственно, появляется вот такая лагманная. Да? Да. Здесь, в принципе, недорого. И делают реально крутой лагман. Ну, цомян. Если будете, берите гуйру цомян. Это вам очень сильно понравится. Мы здесь уже второй раз. Нет, как прилетели сюда. То есть мы прилетели сюда, в Алмату. Прыгнули в машину и первым делом поехали сюда. Покушали, а потом уже начали делать свои остальные дела. Что еще? Ну, да. В России лагман не умеют готовить. Там даже понятия не имеют, что такое лагман. Ну, собственно, сейчас его принесут, я вам покажу, как это выглядит и как это кушается. Нам принесли цумян. Это, короче, тот же самый лагман, только жареный, и тесто нарезано, чтобы было удобно есть. Сейчас я буду это есть, а вы будете на это смотреть. Короче, ставь лайк за лагман. И надеюсь, как перед тем, как посмотреть, надеюсь, ты уже покушал. Да. Все сожрали. Все съели. Одну уши заложила. Вот так вот.
VIP Лагманная. Я не знаю, где она точно находится, могу лишь примерно объяснить. По Гоголя до парка Горького и поворот направо. Там тут еще какое-то посольство стоит, вроде Барибаева улица называется. Ну, короче, заезжайте сюда, назовете промокод «До воды», официант, получите скидку. Шучу, ребят. Здесь, в принципе, недорого. Так что вот так вот. Вообще, в Алмате очень много кальянных и разных кальянных мест, где можно хорошо покурить. Я заехал лишь только в те места, которые я считаю, по личному мнению, самыми топовыми местами, где реально можно хорошо покурить и реально проникнуться именно в кальянную культуру Алматы, Казахстана. Если вы будете в этих кальянных, я думаю, вам там очень понравится, как бы, ну, я обещаю. Также здесь очень много ресторанов именно с кальянами, и вот, которые вы смотрели, да, это довольно-таки очень хорошие кальянные именно в ресторанах. В частности, большая часть здесь именно кальянов в ресторанах — это полная хуйня, шляпа, дерьмо и все остальное. И курить там не стоит, и это будет стоить очень охуевших таких, блять, сука, денег, нахуй. Да, будете в Алмате, вы, собственно, уже видели, как выглядит Лагман. Будете в Алмате, обязательно заедьте в Лагман-хану и покушайте это чудесное блюдо. Я уверен, оно вам очень понравится. Поэтому это Дава Дым, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи!